Всем хай, с вами Электро, и это Супер Ворлд Бокс, а точнее рубрика «4 материка». Давайте запустим время. Как вы помните, у нас тут все вот эти вот государства. Я немного их перекрасил. И, в общем, Булькоград захватывают. Сатия захватывает Булькоград. И да, вот Сатия у нас вернулась, и вот тут вот у нас новое Пелитие. В то время как тут просто Пелитие. Еще у нас Соколиная Республика, Назийское Королевство и новое Королевство Эльфов. Тут вот реально эльфы. Они даже лунное дитя. Они очень слабые пока что, у них всего лишь один город. Но ничего, думаю, разовьются. Нет, Булькоград отстоял свою мощь. Так, давайте включим ускорение. Так, скорость Соника. Ой, ё-моё. Король из Пелитии умер. И новый появился. Пока что ничего не происходит. Только почему-то горит пятерочка. А, тут маг. Вот этот вот. У нас пятерочка горит. Чего? Обезьяны кидают в этого мага камнями. Капец. Жестко. Давайте еще ускорим время. Потому что ничего не происходит. Так, стоп. Вы тоже это видите? Неужели это Юрск хочет захватить Бикистан? Так. Гудиов немного захватывал. Нет, подождите, это Великий Андраск нападает на Бикистан. Их армия вошла в город. Армии вот сражаются. Все, сейчас, кажется, Бикистан... Все. А, нет, он Юрску почему-то принадлежит. Хотя тут была армия Великого Андраска. Все, Сию захватили. Что же будет дальше? Соколиной Республике принадлежит всего лишь 4 города. И они пытаются их отвоевывать. Так... Эльфия почему-то умирает. Что тут происходит? Эй, алло. Если они умрут, то все. Считайте, капец. Так, что тут происходит тем временем? Ничего интересного. Дальше у нас... Сатия захватывает Иссию и Булькоград. Короче, Сатия ведет агрессивную войну. И они снова захватывают Булькоград. Тут их 3 армии вошли в город. И захватили наконец-то. Все, теперь этот материк полностью снова принадлежит Сатии. Как и в первых сериях. О! Ё-моё! Нет, только не говорите то, что Ятуну сейчас захватят. Сию захватил. Юрск. Что там дальше будет? А, Гудиов захвачен. Все, конец Пелитии. Стай. Теперь вот только новая Пелития, от которой, как я понял... Есть пробитие. Понял? Да, осталась только пятерочка. Пятерочка теперь столица. А кстати, сразу же вот эти входят и захватывают. Есть армия. Тут вон одна армия, еще рядом вторая, и тут еще 2 идут. Капец. Сатия захватывает все. Соколы не настолько уж и сильные, оказывается. Ну что ж, посмотрим.
Опа, Бекистан отвоевывают. Все же они окружены, и да, Бекистан отвоевали. Они хотят мирных переговоров. И, кстати, почему в Сати теперь не Юрск, а Угака? Ну ладно, ты что-то странное. Будем считать то, что столица Юрск. Так, в Эльфии пока что все хорошо. Они себе спокойно тут развиваются. У них, кстати, очень красивые города и здания. Капец, маленький островок, а 40 жителей. Как они тут выживают? Так, ускоряем время. Война закончилась. У соколов и Сати настал мир, наконец-то. Они захватили 2 материка. Все, теперь они не самые жесткие. Самые жесткие вновь Сатия. Ускоряем, потому что войн пока что нету. О, Назийское королевство объявило войну соколам. Капец. Что-то происходит. Ну ладно. Опа. Бекистан захватывают. Он окружен. С двух сторон. Даже вон с четырех. В него спокойно могут войти 4 армии. Да, Бекистан сейчас захватит по-любому. Но Гудиов тоже захватывают тем временем. К великому Андраску, то есть к столице, уже подобрались. Что тем временем у них тут происходит? Они растят. Очень хорошо растят. Пятерочка вообще себе живет спокойно. Знаете, мне хочется немного навести суеты. Поэтому... Вот, Сия, восставай. Сия восстала. Если она разовьется, то я ее переименую. Так что тут у нас? Не, в нее уже входит армия. Вряд ли она долго протянет. Тут, конечно, небольшие горы, которые замедлят армию, но они уже пробрались в центр. Так, что происходит тут? Гудёв и Бекистан... Короче, граница проходит ровно по реке. А теперь у меня идея, которая, наверное, может быть жесткой. Но ничего. Я беру дорожку и проделываю ее через реку. Теперь через реку есть проход. Тут не смогут корабли пройти, но смогут люди. Так. Тем временем Эльфия у нас спокойно развивается. Какое же у них красивое здание, вот это вот. Ратуша. Тут у них маленькая торнадо. Ну да, Сию захватили. На что я надеялся, когда пытался, чтобы она восстала. Ну, короче. Сатия снова правит миром. Что еще сказать? Блин, честно, я уже недолюбливаю соколов. Мне хочется, чтобы Великий Андраск победил. Очень хочется, чтобы назийские победили. Вот почему они не захватывают этот кусочек суши? Вот этот кусочек суши, к примеру. Вот этот вот. Пятерочка, алло.
пельмень. Кстати, они граничат. Хоть и через воду, но все равно это может начать войну. Это плохо. Очень плохо. Yes! Сахалинск теперь принадлежит великому Андраску. Империя пала. Все. Остался лишь маленький Носорогорск. И к нему уже устремляется армия. Даже две армии. Все. Армия Назейского королевства вошла в Носорогорск. Король недоволен. Он идет сам воевать со своим деревянным мечом. Легендарным причем. Он убил генерала какого-то. И зачем-то взял палку и его броню. И сейчас старается убить других. Все. Носорогорск захватывается. Все. Конец. Конец империи соколов. Теперь у нас новые претенденты на победу. Я не думал, честно, то, что они падут, потому что это полный капец. Ведь они были настолько мощными, они спокойно захватили два нижних материка. Но в то время, как они восстали, произошла жесть. Они ослабли, и их добил уже великий Андраск. О, подождите, Эльфия и великий Андраск хотят мир. Они хотят заключить союз. Так, давайте немного ускорим. Bond of Mythic. Я хочу его переименовать. Ой, ё-моё. Альянс, Bond of Mythic. Назову его... Ну, я, наверное, не буду терять название Mythic. Назовем его Мифический... Альянс. Мифический альянс. Нормально. Ё-моё, что тут произошло? Землетрясение, что ли? Кажется, да. Тут произошло землетрясение. Какая тем временем идет эпоха? О, скоро она закончится. Эпоха слез. И дальше будет эпоха надежды. Пока что ничего интересного не происходит. Опачки. Сатия ходит окончательно добить нижние материки и завоевать бедную пятерочку. В пятерочку вламывается армия Сатии. Блин, это так эпично звучит. Ускоряем. И эпоха надежды. Все будет расти и процветать. Следующая будет эпоха солнца, но, как я понял, она будет через серии 2. А почему огромный корабль заплыл сюда, в маленькую речку? Где ходит какой-то чел с палкой? Ускоряем. И смотрим, что произойдет дальше. Опа! Все. Скажите пока новой Пелитии. И самой пятерочке. Царь-убийца. Капец, он царя убил. У него легендарная серебряная броня. И это просто обычный воин. Ну и да, пятерочка захватывает. Итого у нас осталось два господствующих государства. И маленькая эльфия, которая вообще
никому ничего не сделала. Они просто бегают себе, кайфуют. Ну, я думаю, на этом серия будет подходить к концу. У нас осталось три государства. В следующей серии, наверное, останется только два. Я не знаю. Ну, а на этом серия подходит к концу. С вами был Лектор. Всем пока!